Сладкие сказки от Домница. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Жили-были старик да старуха. У них была дочка Алёнушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Алёнушка да Иванушка одни-одинёшеньки. Пошла Алёнушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. «Сестрица Алёнушка, я пить хочу!» «Подожди, братец, дойдем до колодца!» Шли-шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы. «Сестрица Алёнушка, хлебну я из копытца!» «Не пей, братец, теленочком станешь!» Братец послушался, и пошли они дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытце, полно водицы. «Сестрица Алёнушка, напьюсь я из копытца!» «Не пей, братец, жеребёночком станешь!» Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы. Иванушка и говорит: «Сестрица Алёнушка, мочи нет, напьюсь я из копытца!» «Не пей, братец, козленочком станешь!» Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козленочком. Зовет Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Алёнушка слезами, села под стожок, плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец. «О чем, красная девица, плачешь?» Рассказала ему Алёнушка про свою беду. Купец ей и говорит: «Поди за меня замуж, я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами». Алёнушка подумала-подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет. Ест-пьет с Алёнушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Стала под Алёнушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Алёнушку на реку, кинулась на нее, привязала Алёнушке на шею камень и бросила в воду. А сама обратилась Алёнушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет: «Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!» Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: «Зарежь, да зарежь козленка!» Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает, делать нечего. Купец согласился: «Ну, зарежь его!» Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит названному отцу: «Перед смертью пусти меня на речку сходить, водицы испить, кишочки прополоскать». «Ну, сходи!» Побежал козленочек на речку, стал на берегу и жлобнёхонько закричал: «Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать!» Алёнушка из реки ему отвечает: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала,
желтые пески на груди легли. А ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу. «Пойди, найди козленка, приведи его ко мне». Пошел слуга на реку и видит. По берегу бегает козленочек и желобнёхонько зовет. «Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». А из реки ему отвечают: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли». Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Алёнушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. А ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле.